Nobody's perfect, yeah, we act a fool. I'ma keep on running, nothing's new. Yeah. Guess I'll keep doing what I naturally do. I'll always keep on running back to you. Yeah. And listen, I'm from that bay. We're slang originate. Ну чё, братан, надо было покупать китайский квадроцикл. Так, в лёд уперся. Чё, его назад упались, надо? Всё. Надо. Хорошо, я... Так, пацаны, смотрите. Разули X8. Сейчас будем подкачивать. Смотрите, лёд, все дела. Засел. Ну, сейчас накачаем, да поедем. Так, друзья, решил прокатиться на BRP пару километров тут. Сейчас прокачусь, короче, скажу ощущения, как вообще комфортно, некомфортно. На таком ни разу не катался. Сейчас проедемся, скажу, поменялись квадриками. Так, короче, BRP, я прокатился, хочу на CF Moto X8 прокатиться. В общем, каждый сейчас друг на друга аппарате прокатится примерно и скажет свои впечатления. Сейчас мы поменяемся квадриками, проедемся и тоже поедем. Тоже интересно, так что вы посмотрите. Так, друзья, сегодняшние итоги по катушке. Мы выехали из просеки уже, собираемся домой. BRP минус один, пластик. И с этой стороны минус два. Дорогие друзья, приветствую вас с Эльбруса. Нахожусь сейчас на высоте 3500 метров. И сегодня такой повод, хотел к вам обратиться. Очень радостная новость для меня. Недавно число подписчиков на моем канале превысило 1000 человек. Спасибо вам, друзья. Я вам всем благодарен очень сильно. Это наша совместная заслуга. Сейчас в течение 1-2 недель откроются новые функции. Смогу делиться с вами фотками, сделать опросы, писать какие-то посты. Это очень круто. Еще раз благодарю вас отдельно, каждого человека, кто подписан на мой канал и смотрит мои видео. Сейчас вот будет, у меня был перерыв, но будут крутые видосы. Вот это будет очень офигенный видос. Я специально готовил его долго. Потом я выложу видео с Эльбруса. Посмотрите, какая красота. Этот выпуск будет посвящен чисто фрирайду. Прошлый выпуск был посвящен вообще поездке, в общем, для новичков. А этот чисто вот по фрирайду, вне трассовое катание. Ну все, друзья, давайте не будем уже задерживаться и перейдем к данному ролику. Погнали! Так, господа, всем добрый день. Сегодня пятница. Готовлю квадроцикл по катушечке к завтрашней, к субботнешней. Осматриваю все. Помыли мне его. Ну, слегка запачкался, пока доехал. Осматриваю все. Сейчас буду осматривать, готовить. Чтобы все было исправно. Вот, купил такой фиксатор для телефона на руль. Пожалуйста. Берем вот так вверх, отсоединяем, сюда кладем телефон и закрепляем обратно на быстросъемном креплении. И вот так назад. Все. Все защищено от влаги, от воды. Так что такая вот у меня обновочка небольшая. Бампер вот поставил недавно новый. Уже покоцал. Не знаю, наверное, облет. Здесь, конечно, что сейчас такая погода вот. Сырая, мокрая. Все начинает ржаветь немножко.
Ну, в таких местах, где протерты. Ну ничего, это сейчас по суше будет. Все ототрем, отмоем, смажем. Все будет в порядке. Так, друзья, поработал 5 минуточек. Заведенный мой квадроцикл. Теперь проверяем уровень маслица. Считаю эту процедуру обязательным перед каждой поездочкой. Так, берем щуп и смотрим. Маслица достаточно, вполне. Также, друзья, необходимо проверить состояние пыльничков всех. Задних и передних. Нигде ли они не рваные, ничего ли не подтекает, чтобы не было проблем. Приветствую всех. Сегодня вот такой снежок. Хорошо навалило. Ну, по нынешним меркам. Конечно, это не тот снежок, что хочется. Но снежок есть. В лесу, наверное, еще больше. Сегодня я поеду один. Меня никто не поддержал. Надеюсь, покатаюсь отлично. Ну, в общем, как и всегда получается. Кого-нибудь встречу, с кем-нибудь познакомлюсь. Посмотрим. Все, друзья, погнали, отправляемся в путешествие. Да, ребят, сегодня супер денек. Парни, кто не поехал, сейчас это смотрит. Смотрите, что вы пропустили, какую красоту. Зря вы, парни, сидите дома. Ну, может, дела у кого-то. Но все равно проветриться, вот смотрите. Стоит съездить. Просто офигенно. Зима, красота. Вообще огонь. Че, пацаны, куда да. Путь держите? Ставим до Кулинина потом. А. И откуда? Я оттуда еду, с той стороны. Суток. Юсупу или что там? Нормально там. А это не вы туда ехали? Куда? Сейчас? Да. Не, мы только заехали. А там ничего нет, что куда вы едете? Ну вот так.
Ну что, друзья, смотрите, льда нет. Такая ситуация, что под снег провалишься, был плюс. Под снегом, значит, все подтаяло. И везде проваливаешься в грязь. То есть льда нет. Сейчас поедем на какую-нибудь просеку. Встретим, может, каких ребят. И помесим чутка, что делать. Ну, ребят, смотрите, вот какая, лед тоненький, ломается легко. Вот, в общем, пока еду до пункта назначения, уже накатался нормально, проваливаюсь постоянно, грязь и кайфую. Все, друзья, погодка отличная, катаемся. Приехал на речечку, списался с ребятками в чате. Они сказали, что они сейчас выдвигаются большой компанией в Кленовские. Я тут недалеко нахожусь, сейчас они мне кинут точку и погоню туда. А пока хотел немного смыть снежок в речке, а то тут налипло всякого. Посмотрите. Вот-вот, сейчас оттаю. Все забилось, оттает и поеду дальше. Все отмыл чистенько, лед весь смыл с подножек, со всех делов, и еду дальше. Все, погнал я смотреть, делать для вас контент. Не переключайтесь, пожалуйста. Так, ребят, ну что, пришло время затестить мое новое приобретение. Сейчас мне ребята кинули точку, где они будут находиться, и я по навигатору сейчас приеду к ним.
значит, включаем навигатор. Кстати, стекло через вот это можно тоже управлять телефоном. Все нормально, все работает. Сейчас протру немного здесь. Значит, мы вставляем сюда телефон, закрываем и вешаем на штатное вот это место. Настраиваем по удобству, как удобно. Я настрою чуть-чуть вот так, поверну к себе. Так, вот у нас включилась карта. В принципе. И мы сейчас двинем так, через бетонку. Ну, в общем, сейчас вот двигаем. Видите, как удобно? Сейчас поедем. Все, погнали, ребят. Так, короче, здесь у нас встретил пацанов. Сейчас поедем прокатимся. BRP 500. 2013 год. Пробег 5000. 6000. 6500 уже. Вот. Офигенно, в принципе. В хорошем состоянии взяли. Штатный подогрев. Ручечку здесь идет. Все заводское. Есть кофр. Резина. Резина 27-я, походу. Так. Есть вынос уже. Свет ProLight. Наездил уже 500 километров. Сколько ты за него, говоришь, отдал? Сколько ты за него отдал? 370 тысяч. Так что, ребят, вообще достойный вариант. Офигенно, в принципе. Тут немножко вот он пластик по этой. Но я думаю, это сделать можно. Так, а еще у нас X8 есть. 28-я резинка. Это что, глушак какой-то переделанный, да? Какой-то, да, мощный. Модный глушитель. Что, у тебя тут тоже подогрев? Да, есть фарш. Подогрев есть. Тут вот. Потом что тут? Вынос есть. Так, какой мощный вынос, такой огромный. Тебя не загораживает? Не, нормально. Не, нормально? Фара тоже хорошая. Усиленные бамперы. Что тут еще есть? Лифт комплект. Да? Стоит. Лифт, он высокий, да, то есть? Да, он выше. Ну да. Амортый от нового X8. Видно, кстати, что он это, лифтанутый немного. От нового X8 амортый стоят. Газомасляные с подкачкой. А, от вот этого, от 20-го года, да? От 19-го? Ну, от 19-го, по-моему. Ага. Что еще есть? Еще. Здесь все вроде. А, ну вот такой маленький свет работает? Да. Вот это как раз ближний получается. Свет тоже. Так, цена вопроса, пацаны. Жень, цена вопроса. Цена вопроса. 380. Ага, дороже, чем BRP. Ну правильно, BRP-то что, он не едет. Ну все, огонь. А я не знаю, куда ехать.
Ну чё, братан, надо было покупать китайский квадроцикл. Так, в лед уперся. Чё, его назад надо? Всё. Назад толкнём? Так, пацаны, смотрите, разули X8, сейчас будем подкачивать. Смотрите, лед, все дела, засел, ну сейчас накачаем да поедем, все нормально. Все нормально, пацаны, качаем. Сейчас оно сядет как надо, и все, огонь будет. Поедем дальше. Короче, пацаны, тут такой прикол. Давай водичку промоем. Оказывается, и второе разулось. Сейчас будем чинить и второе также. Прикол, два колеса слетело. Смотрите, что происходит. Внутри колеса полные воды. Ну-ка, давай, покажи фокус. Оп, оп. Пошла водичка. Ха-ха, прикол. For fun, baby, baby, baby.
Так, приехали здесь. Передышечка небольшая. Чаек попить, то все. А я вот решил зарядить батареечки. А, револьтером своим. Всегда выручает. Вот от камеры села. У меня такой бокс. От GoPro. Здесь сразу три аккумулятора. Один сейчас в камере. А вот два разрядились. Вот красным. И я заряжаю. Видите, как удобно с собой иметь. А сейчас еще положу сюда телефон. И на беспроводной зарядке будет телефон заряжаться. Вот, положил телефончик. Идет заряд. Все нормально. Очень удобно. Тут у всех вот VRP в основном. Вот это. Тысячный XMR. Нормально. Крутой. Серьезный аппарат. О, гепард один есть. CF мото. А это BRP тоже. Outlander. Пинка CF мото приехала. Прикольная такая тема. Коробка, автомат. Музыка. Двухместная. Тут, наверное, потеплее, тут печечка, наверное, есть или нет, не знаю. Вот сегодня много квадроциклов. Большая туса. Так, друзья, решил прокатиться на VRP пару километров тут. Сейчас прокачусь, короче, скажу ощущения, как вообще комфортно, некомфортно. На таком ни разу не катался. Сейчас проедемся, скажу, поменялись квадриками. Сейчас после этого скажу свои впечатления. Так, прокатился, парни, пару километров на BRP 500-очке. Скажу сразу, ощущение такое, вот, если с машинами сравнивать, вот мой будет пример, как Ford Focus, я пересел, например, на BMW где-то трешку, вот так. Плавность хода есть, подвесочка, то есть, не знаю, почему стелс так не может сделать, ну, может, финансово там, или как дешевые, как бы, агрегаты, но очень плавность хода, вот как пересел вообще, то есть, на стелсе прям чувствуется все, есть вибрации есть от мотора и есть от подвески как-то, она не очень хорошо работает. Здесь прям идеально, реально вот как на пересел вот на высший класс по автомобилям. Единственное, не нравится мне, что вот руль маленький он какой-то коротенький, маленький, управлять неудобно, но может на 800-ках, там на литрах он побольше. Мне как-то мой руль привычный, что у него радиус большой. А так в целом, я представляю, если
На 800-ке, на 500-ке так круто. На 800-ке, на литре это просто как в Майбахе я буду ехать. Ну, свое чистое ощущение вот поделился, ребят. BRP. Так, короче, BRP. Я прокатился. Хочу на CF Moto X8 прокатиться. В общем, каждый сейчас друг на друга аппарате прокатится примерно и скажет свои впечатления. Сейчас мы поменяемся квадриками, проедемся и тоже подеем. Тоже интересно так, чтобы вы послушали. Так, давай, свои впечатления. Ну, во-первых, год свежее, электроусилитель, выше сидишь как-то, блин. Ну, мне понравился больше, конечно, на гепарде. Подвесочка более мягенько работает. Мягко. XX все-таки у меня вообще очень жесткий. Очень жесткий такой он, ну, резкий. Здесь мягко все работает. То есть и газ, отзыв такой мягкий. У меня он резкий такой. То есть газ нажимаешь, он у меня прям подрывает. Как бы, конечно, поприятнее, наверное, будет все-таки гепард. Интереснее будет даже. Так, я скажу свое мнение, что примерно одинаково они, да? BRP, то есть решает, получается. Эти примеры одинаковые, ну просто у него год старый, 14. Тут, конечно, у меня более он свежий, это, электроусилитель есть, плюс прямой руль. Тут, кстати, тоже мне руль не очень. Вот эти рули мне вот не нравятся, я поэтому себе и поставил прямой. А так, в целом, в принципе, они похожи. Ну, конечно, мой чуть по комфорту за счет того, что он... Ну, новее, свежее и с усилителем. А так, в принципе, одного класса, что и требовалось, как бы, доказать. BRP на ступень, на две превосходит. По комфортно. По поломкам, не знаю, надо смотреть BRP, тестировать, там, общаться. Я ничего не могу об этом сказать. Там каждый уже сам. Но по комфорту однозначно говорю, что BRP лучше. Так, продолжаем наше путешествие. BRP сел полностью. Давай назад. Ты сними вот тут что. А что там? Ну вот что. Не спортировался? Там пиздец что. Давай назад пробуй. Слышь, подожди. Ну иди там уже, уже хер с ним. Сколько там, поедешь что? Вот тут где-то, да. Так, пацаны, здесь глубоко. Что, давай назад его. Я опять упал. Слышь, засними его, подожди, не вылезай, засними. Смотрите. Глубина. Ну что, вот так. Да, серьезно, сейчас попытаемся эту просеку пройти. Не знаю, без поломок обойдется или нет, но будем пробовать. Сейчас будет здесь весело. Зря мы, наверное, трос сматываем, он нам понадобится. Но сейчас попытаемся пройти. Как думаешь, кто первый пойдет? Гепард, повеселее.
развлекаемся по традиции. Ночные покатушки в кленовских просеках. Мне нравится ночью ездить. Прикольно со светом ездить, снежок. Все хорошо освещается. X8. Все, ему лед не дает уже. Итоги по катушке. Мы выехали из просеки уже, собираемся домой. Бирпи -1, пластик, и с этой стороны -2. А так в плане все целые. В остальном вот мы уже выехали. Сейчас будем направляться по домам. Вот наши все квадрики. Уже ночь. Темно, смотрите. Все, едем домой. Ну что, друзья, по дороге домой я опять заехал на речку, чтобы промыть днище. Весь песочек, всю грязь оттуда вымыть. А намоечки только промоют сверху. Чуть-чуть от грязи надо промыть. Ну вот, друзья, промыл днище, колесики, все чистенько, все офигенно, и едем домой.